Здравствуйте. Меня тут попросили снять видео, показывающее, что титан не горит вот так просто на воздухе. Человек, мол, видел, как при нем титан подожгли обычной спичкой, и вот он считает, что так и есть. У меня есть титановая проволока, чистый титан и титановый сплав ВТ-6. Там, кроме титана, еще 6% алюминия и 4% ванадия. Ну, значит, беру проволоку из просто титана, чистого, засовываю в газовую горелку. Ну, по-моему, достаточно хорошо видно, что она раскалилась до красна, но как-то гореть от этого она совершенно не стала. Ну и возьму, конечно, вот сплав. Аналогично нагревается до красна, даже до желтого свечения, и ничего ему не делается. Ну, он, конечно, потемнел, он пошел цветами по безжалости, вот там синенький, но он не сгорел. Титан, он довольно устойчив к огню. Так что вот так.